Привет! Несколько раз спрашивали, как делать брызги, решил записать видосик небольшой, коротенький, буквально тут на минуту. Просто некоторые пишут, что там все просто, но в то же время немножко есть нюансов. Что у меня есть? У меня синий металлик, желтое что-то, по-моему, простая желтая и красная. Вот три вида брызг я в этот раз ляпну. Стакан старый остался, это отвердитель виковский акриловый. R12 растворитель и кисточка. Ну раз стакан красный, наверное, красную разведу в этот раз. Сколько ее надо? Ее надо буквально одну крышку. Ага. Вот столько. Все, мне достаточно на одну-две детали достаточно мне, чтобы набрызгать. Я брызгаю мелкими брызгами. Развожу немножко пожиже. Разводить можно растворителем спокойно. Разбавитель тут не нужен. Я лаком покрывать не собираюсь. Делаю такую консистенцию, чтобы было в два раза примерно жиже, а то и в три, чем краска. Если вам нужны большие большие брызги, очень жидкая краска, очень. Видите, какая капля. Если нужны большие брызги, то разводить вообще не надо. Так, а вот эту просто так и не открутишь. Подсыхает. Если нужно, чтобы быстро капли засохли, отвердителя больше бахайте, и она засыхает очень быстро. Блин, руки трусятся, как у алкаша. Быстро-быстро размешиваем. Очень жидкая, очень. Идем брызгать. Если не знаете, как будут брызги выглядеть, попробуйте первый раз на куда-нибудь. Кисточку выжимать желательно каждый раз. Выжал, она практически сухая. Ну, крупновато получается. Ну, пойдет. Пока батарейка не села, забрызгиваем. Нет. И аккуратно вот так вот, просто чтобы они отрывались с кисточки. Не надо вот так вот прям брызгать. Если вот так резко брызгать, то они будут разлетаться и будут большие брызги. Аккуратно, нежными движениями. Чем краска гуще, тем она сильнее держится за кисточку. Если краска жидкая, она легко отлетает. Вот. Покажи поближе, смотри, как брызнуло удачно. Видно капли большие? Вот мне не нравятся такие капли. Мне нравятся такие маленькие. Маленькие, чтобы было много. Чтобы он был. Ой, разляпистый. Когда на кисточке остается уже еле-еле там последние маленькие капельки, вот они самые прикольные, самые красивые. Вот они мне нравятся. Если правильно брызгать, то на тебя вообще ничего не попадает.
вот они меленькие самые остались. Их надо резко сбрызгивать. Что, хватит? Не перебарщивать? Или правый угол еще дать? Как думаешь? Там видно вообще что-нибудь интересное? Ну, крапинки, да, видно. Вот видишь, какие большие брызги? Вижу. Сбрызнул их, спину и мелкими пошел. Все, ничего не осталось. Вот так. Сверху еще. Вот здесь можно. Все? Угу. По-моему, все. Старая краска вся слезла со стенок. Желательно, конечно, стакан заменить. Я, наверное, заменю. Потому что это старый. Свежий можно оставить, а старый нет. Высушил кисточку, идеально сухая. Можно еще тряпкой обтереть. Так, берем новый стакан. Все то же самое, только с другой краской. Здесь краска более яркая, кисточку выжимаю более тщательно. И обязательно сбрасываю лишнюю краску. Высушил кисточку, идеально сухая. Можно еще тряпкой обтереть. Можно еще, в принципе. Не переборщил. Ну, сверху может чуть-чуть. Нет, сверху не хочу вообще. Ну, в смысле, переборщил. А, сверху переборщил? Ну, да. Желтого желательно побольше, он такой радостный. Все. Уже, в принципе, достаточно. Я хочу еще синий. И вот это колпачок краски был. Еще осталось сколько. Куда ее девать? Выливать. Я одной и той же кисточкой все делаю. Просто мою ее несколько раз еще. И стакан можно один и тот же. На один раз можно использовать один стакан всего лишь. Его достаточно. Просто краску смываешь. Предыдущую. Она смывается практически полностью. Там остается несколько капель. Она даже, ну так, легкий оттенок может поменять краска следующая. Для успокоения души можно еще раз. Ну, вот с кисточки брызгали, цвета никакого не остается даже. А здесь в стакане немножко есть. Я думаю, ничего страшного не будет. Сейчас синий металлик жахнем еще. Можно протереть, в принципе. А, у меня тут два стакана, прикинь. Я думаю, что там за... Что за краска-то?
сейчас уже испортил, возьму чистенький. Можно в перчатках работать, можно без перчаток, дело хозяйское. Вообще чуть-чуть, даже не крышку, пол крышки достаточно. Так, раствор, то же самое. Металлик очень своеобразно брызгается, он не как простой цвет, а немножко с приколом. Ну его вообще не видно. На камеру тем более. Его видно хорошо на солнце. Синие капли видишь? В камеру нет. Они есть. Все, кисточка сухая, можно использовать для краски, для смолы, для клея, для чего угодно. Она, в принципе, чистая. Небольшой оттенок, если даст, для моих целей достаточно такой чистоты. Если, конечно, делать под заказ человеку, то, конечно, нужно новую посуду, новую кисточку, там за деньгами как бы не следишь, за растратами. А когда у тебя, как говорится, бюджет ограничен, делаешь для себя, то ограничиваешь сюда очень сильно. Кисточка одна на все у тебя. Тряпка у тебя одна на все. И на черную краску, и на красную, и на белую, и на розовую. Да? На все, что надо. Рабочая одежда у тебя вообще какой-нибудь политической партии. Это все не важно, потому что ты работаешь. Тебя в этот момент никто не видит, тебе не нужно красоваться. Но я вот попался к вам на видео. Так что можете писать, какой я партии состою, кто я. А я разноцветный какой-то бабуин, по-моему, сейчас. У меня руки трех цветов. Собственный, смугловато-розоватый. И еще три добавилось. Синий металлик, красный. Он реклама, по-моему, называется этот красный. Яркий такой. И, кстати, вот сейчас руки мою, а еще ничего не убрал ведь. Эта гадость засохнет уже наверняка. Ну ладно, его надо новый покупать. Краску обязательно закручивать хорошо, потому что так крышка присыхает. Еще и может засохнуть на ластике. У меня есть еще зеленый, есть еще золотистый. Я их уже не использую, попробовал. Так оно. Не очень смотрится. Надо чисто зеленый искать, чисто белый. Вот белый надо, кстати, взять. Облако, что такое. Или облако, как он называется белый, я не знаю. Напишите там в комментариях. Какой цвет еще использовать. Все, это все оставляем пока. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, кому-то будет это полезным. Пишите свои комментарии, ставьте палец, если понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных видосиков разных, всяких экспериментов. Ну, в общем, все связано с инсталляциями, с автозвуком. Сами понимаете, канал такой тематический. А вам всем большой удачи в жизни, чистого и громкого звука. Пока.